Кто это у нас за программа? Это, знаешь что? Не знаю, что это Fruity Loops. Это похоже на Reaper. Да? Ну, все-таки не написано название. Judas. I'm just a holy cool baby, it's so cruel. I just a holy Judas, baby. Judas, это жив? Иуда. Предатель. Как же быть? Гей? Джефф? Джудас. Джефф? Нет, как по-другому пишется там. Джиды, евреи. Джиды, я не знаю, это, наверное, это плохого английского. Вообще оскорбительно, если что. Тут дело, звезды, помнишь, вешали, когда евреям там писали как-то Джудас? Нет, так они писали как евреи в английском. Скажу, там просто слово похоже. Я не слышу оригинал. Да? Еврей. Джефф. Вот, Джефф. Видишь, так вот писали, да. Там как-то было... Нет. Может, Джеффс? Нет, оно вот так вот. А Жит, если написать? Не думаю, оно не найдет. Не найдет перевод? Ну, нет. Напиши по-русски Жит. Вот, так это же есть. Джевиш автономен регион. А напиши Жит. Нет. Ну, так же переводится. Джефф. Так же. Это же еврей переводится. Жит. Еврей. Осуждаю, кстати. Это весь антисемитизм и все такое. А там вроде не было рэпчика. Это оригинальный уже трек. Ну понятно, да, вот рэпчика это вот этот. Капкейк. Про смэк май пусси и вот тут вот сюда. Ну, мне кажется, вот это реально капкейк, я не знаю, не капкейк, вот такая местная Альбина Сексова, реально. Да, но при этом все-таки она по биту поет. Она как бы, ну, все-таки технично делает. Ну да, да. Альбина Сексова она просто... Она специально мимо нот фигачит. Она просто стишок хуярит. Просто мимо нот мелодия еще, играет, максимально немелодично. Она просто стишок читает. Что значит, что специально мимо. Сверху получается вот, да, дорожка с голосом серая, видимо. Нет, желтая. Нет, желтым это капкейка дорожка. Да. А сверху Леди Гаги, просто у него перемешку инструменталка с обычной песней. Значит, это инструменталка серая. Да, фиолетовый голос. Это что? Бирюзовое. Не знаю. Бутылочного цвета. Не бутылочный. Какой? Бутылочный более зеленый, это бирюзовый. Ну, около бутылочного. Нет, это бирюзовый чисто. Бутылочный-то больше знаешь какой? Вот сверху над таймлайном, видишь, над фиолетовым и над серым такая вот зеленоватая полосочка идет. Вот этот больше на бутылочный цвет. Это больше такой же. Нет, разные цвета, в смысле. Что, прикалываешься? Вот это? Да. Ну вот это одинаково. Нет, это вообще разные цвета.